Шарин Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры усовершенствования по ортопедической стоматологии Моники. Главный врач и генеральный директор фирмы «Мегастом». В предстоящем 14-м симпозиуме «Мегастом Бега», который будет проходить в Санкт-Петербурге 5-6 октября, мой доклад будет посвящен цифровым технологиям. Это то новое, которое мы уже последние 10-12 лет осваиваем в разных областях стоматологии, в имплантологии, в эстетической стоматологии, в планировании. И мы, если уже, так сказать, очень много сделали докладов, посвященных 3D-планированию, то вот этот доклад будет в основном посвящен внутриротовому сканированию и возможностям этого сканирования в нашей повседневной практической деятельности. Докторам-имплантологам следует прийти на этот симпозиум, потому что мы пригласили не только известных и классных лекторов, да, как голландских, так и наших профессоров, но это еще и работающие и очень сильные врачи практики. И, безусловно, каждый клинический случай, будь то в ортопедической стоматологии, будь то в имплантологии, мы на нем учимся. Мы учимся на этой азбуке. Я очень рад, что на нашем симпозиуме будет во второй раз профессор Джуд Брауэрс и Иван фон Дайк. Это очень известные профессора, очень известные деятели, которые всегда работают на самых передовых позициях технологий имплантологических. Я очень рад, что наши ведущие профессора, профессор Лосев, профессор Еременко, профессор Тризубов будут также участвовать в этом симпозиуме. Мне очень приятно, что наши молодые специалисты, доктор Розев и доктор Лосев, будут на этом симпозиуме представлять свои доклады. Ну и, конечно же, наш известный имплантолог, врач, с которым я работаю уже больше 20 лет, Александр Витальевич Жарков, расскажет о новых технологиях восстановления костной ткани при достаточно частном осложнении, таком как переимплантиты. Поэтому я рекомендую всем прийти на этот симпозиум, поскольку он будет очень интересный в практическом плане. Международный симпозиум «Мегастом Бега» отличается от других подобных симпозиумов тем, что на этом симпозиуме у нас нет задачи продвинуть какую-то систему, какой-то материал, какую-то технологию. Да? Мы здесь честно, открыто говорим о нашей практике, о наших удачах, о наших неудачах. Мы разбираем те осложнения, которые нас каждый день поджидают в нашей практике. Да? И именно в практическом плане, я думаю, что это очень полезный симпозиум. В то же время это 14-й симпозиум. Многие врачи, которые будут на этом симпозиуме, прошли все 14 симпозиумов. И обратите внимание, они все равно приезжают на этот симпозиум, поскольку мы считаем, что это не просто симпозиум, это уже как международный клуб по достижению оптимальных результатов, оптимальных хороших результатов, успешных результатов нашей имплантологической работы. Спасибо.